Здравствуй, папка! Ты опять не снился? Только в этот раз и на войне. Я немножко даже удивился. Да чего ты прежний был во сне? Прежний, но такой же самый. Точно не видались мы 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я вижу и висну на тебе. Мы с тобою начали бороться. Я, конечно, одолел в борьбе, а потом принес тебе 2 осколка, что нашел недавно у ворот, и сказал тебе: а скоро елка, ты приедешь там на Новый год? Я сказал, да тут же и проснулся. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулся, в удивление поглядел на тьму. Тьма такая, ничего не видно, аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж не сделалось обидно, что с тобой вдруг расстались мы. Пап, ты вернешься невредимый, ведь война когда-нибудь пройдет. Миленький, голубчик мой родимый, знаешь правду, скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю-прижелаю поскорей фашистов одолеть, чтоб они наш край не разрушали, чтоб как прежде можно было жить, чтоб они мне больше не мешали обнимать тебя, тебя любить, чтоб над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передаем от меня привет, пожелаем всякую удачу, пусть идут на немцев как один. Я пишу тебе и чуть не плачу, это так, от радости. Твой сын.